В Люберцах прошли областные соревнования «Дружина юных пожарных и спасателей». Школьники из 11 городов Подмосковья попробовали справиться с теми задачами, которые ежедневно выполняют сотрудники МЧС. Зональный этап областных соревнований прошел на базе кадетской школы. Конкурс среди юных МЧСников начался с торжественного открытия. Участников встречи поприветствовали организаторы. Затем школьники приступили к прохождению испытаний. Кому-то пришлось преодолеть 100-метровую полосу препятствия, кому-то завязать на скорость пожарный узел. К выполнению упражнений приступить. Честь городского округа Люберцы отстаивают ребята из 4-го лицея. В своей победе молодые спасатели нисколько не сомневаются. Вязка узлов-то нам уже не составляет труда, потому что мы не первый раз участвуем в подобных соревнованиях. Вот, 100-метровку мы пробежим просто на отлично, я в этом уверен. Ребята долго занимались. Вот, так что у нас, в принципе, все шансы на победу есть сегодня. В это время остальная часть команды справляется с интеллектуальными задачами. Здесь, как и на спортивных состязаниях, важно не только качество, но и скорость. Чем быстрее ребята выполнят тестовые задания, тем больше баллов заработают. Для творческих личностей также нашли занятия. Выступления гид-бригады и конкурсные плакаты оценивают компетентные члены жюри. Результаты оценки заносим в протоколы. Есть 10 критериев у нас, и по каждому критерию мы вставляем оценки. Одно из наиболее важных критерий, но это, соответственно, тематика. Тематика у нас на сегодняшний день и сенситированных мероприятий – пожарная безопасность. Соревнования дружин юных пожарных и спасателей проходят на территории Московской области ежегодно. Команды, занявшие первые места на зональных этапах, проходят финал. В этом году было принято решение, что такой зональный этап будет проходить на территории Люберецкого района. В прошлом году, например, мы ездили в Подольск, где нам не хватило буквально чуть-чуть, чтобы быть лидерами. А на этот раз лидерами стать удалось. По результатам 5 конкурсов лучшей стала дружина городского округа Люберцы. Теперь ребятам предстоит выступить 4 мая в Наро-Фоминске и побороться за звание лучших в Подмосковье. Луиза Егазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.